Приветствую всех на канале Arlon Gaming. Продолжаем прохождение игры Assassin's Creed Valhalla. Всем приятного просмотра. К нам пришло известие о том, что что-то недоброе с Хальденом. Давайте посмотрим. Хальден занял престол. Интересно, как он себя чувствует? Мойра, что здесь случилось? Горе Нортумбрии. Дело в Хальфдене? Ему стало хуже? Его сердце разбито. Он на себя не похож. Рядом нет ни братьев, ни Фаравида. И его обуяли тревога и печаль. Я поговорю с ним. Где он сейчас? Блуждает по полям Пикеринги со своим верным Беантоном. Найду его. Спасибо, Мойра. Пикеринга к востоку. Направляйся вдоль дороги в Скарборо. Хорошо. Странно. Когда мы уходили, вроде все было хорошо с ним. Поехали, узнаем. Итак, вот мы подъезжаем к Пикерингу, как сказала Мойра. А где же может быть Хальфден? Может, у этого... Ну да, должен быть у этого большого здания. Нельзя торговать несвежей рыбой. Где там твой муженек? Опять рыбачит? Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Или нет? Нет, как оказалось. Он дальше. Он мне говорит. Вот и Хальфден. Ни славы, ни надежды. Вокруг лишь снег, тихий, как могила. Вставай, Хальфден. Мы возвращаемся в Йорвик. Встань, король. Негоже тебе сидеть и жалеть себя. Ты занял престол ценой многих жизней. Идем. Мой брат Ивар, он умер как воин. Он погиб в бою. Ты убил моего брата и промолчал. Держал все в тайне. Не держал? Уба знал. Разве он не... Уходи! Нет. Я пришел, чтобы привести тебя домой. Вставай! Я... потерял свой молот. Может, Беантон его унес, но я... Я не здоров, Эйвор. Найду твой молот. И после ты пойдешь со мной. Я собирался в Скарборо. Если найдешь мой молот, принеси его туда. Молот он потерял, видите ли. Так, лошадка. Поехали на поиски молота. Давай разгнейся. Как можно было потерять молот? Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Сюнин? Сюнин, разведай местность. Где-то в этой области. Нет, тут я спрыгивать не могу лучше. Вот Беонтон. Охраняет молот. Эти волки. Хмельдену нужен молот. Отвезем теперь его.
его молот. Он взъелся на нас из-за Ивара. Ну так было. Это крепость. И он тут ждет нас? К сожалению, она разрушена. Что-то недоброе есть. Маяк. Хальден ждет меня. Это не метательный молот, Хальден. Не забывай об этом. Его подарил мне отец Рагнар, когда он убил вождя финнов. Помню, как я взял молот теплый от крови. Мне было 14. Рагнар Лодброк был великим конунгом. Моя мать умерла от стрелы Фина. Она была девой щита, яростной, как сам волк Фенрир. Отец поклялся убить тех, кто отнял ее жизнь. И победил. Один против многих. Но то было давно и на Востоке. Здесь, на Западе, мой отец умер. И его кости лежат в яме со змеями. Но его подвиги до сих пор у нас на устах. Как погиб мой брат? Ивар убил хорошего человека, без вины. Он заслужил смерть от моей руки. Если он поступил настолько бесчестно, твой поступок оправдан. Бионтон, мальчик! Иди сюда! Собаки не держат зла, но тебя ждут дома. Ты нужен всей Нортумбрии. Окажи мне услугу. Зажги маяк, чтобы видели все. Пусть горит. Так, зажжем огонь. Это на самый верх он здесь. Окей. Сначала мы синхронизируемся, пожалуй. Где тут это все находится? Все, на этом квест закончен. Эх, жаль. Вернемся к Рандве, пожалуй. Может, у него будет что-то новое. Так, подходим к Рандве. Расскажет он, может, полезно или нет. Надо письмо прочитать. Сволка, как у тебя дела? А, новое письмо.
нам подогнали топор Хемина. Класс. Эйвор, с тобой хочет поговорить Сигурд. Он явно взволнован. Что-нибудь случилось? Лучше расспроси его сам. Хорошо. Сигурд, что с тобой? Эйвор, время пришло. Наше время. Время для чего? Меня ждет вечная слава. Вечная слава? Боюсь спрашивать, но о чем ты? Разве тебе не ясно? Мне пора покинуть Мидгард. Я отправлюсь в залы своих предков. Если ты ищешь смерти, я тебе не помогу. Эйвор, я говорю не о смерти, а о жизни и нескончаемой славе. Да, последние дни я будто блуждал в тумане. И говорю о том, чего ты не понимаешь. Прошу лишь, доверься мне вновь. В последний раз. Я вернусь в Норвегию, попрощаюсь с отцом и исполню свое предназначение. В Норвегию? Нужно обсудить это с Рандви. Как скажешь. Я буду ждать тебя у причала. Только не тяни время. Давай поговорим с Рандви. Здравствуй, радость моя. Посмотрим на карту союзов. Итак. Где эта последняя метка? Может быть, пора вернуться в Норвегию. Сигурд хочет увидеть отца, а потом... Там видно будет. Я слышала дурные вести о Стюрбьорне. Будьте осторожны. Нам пора в путь. Вернемся, как только сможем. Что ж, удачи вам обоим. Сигурд уже ждет нас. Поехали. Сигурд. Эйвор, отправимся в Норвегию и дальше. Да, в Норвегию. Славно! Вперед! Сигурд! Парус! Лови ветер! Как странно. Все как и прежде. Но такое чужое. Считанные годы за морем изменили нас больше, чем десятки лет здесь, брат. Здесь так холодно. Я уж и забыл, насколько. Бывает такое. Мы тоже тут давно не были. Расскажешь позже. Теперь это земли Харальда. Его горы и фьорды. Мне больно даже думать об этом. И наш отец остался ни с чем. Это был его выбор. Он легко гнулся и сломался. Не жалей его. Да. Сколько лун я не мог спать, думая о его предательстве. Желал ему самых худших бед. Он заслужил лишь бесчестие. Не думай об этом, Сигурд. Оставь старика в покое. Нет. Пусть он вкусит ту же горечь, что и я. Пусть узнает, что упустил, оставшись здесь, чтобы есть с рук завоевателя. Хочешь с ним поговорить? Да. Лицом к лицу. Я скажу все, как есть. Посмотрим, что ты скажешь. Хотя я не буду настолько жестко. Можем продолжить позже.
Альрекстад процветает, вопреки предательству отца. Ты точно готов? Я скажу то, что нужно сказать. Не боишься отповеди? О, нет. Я жду ее. Но может, старый пес разучился лаять? А может, тебе удастся его подстегнуть? Разжечь пламя рассказами о нас? Если так, я подолью масло в это пламя. Причаливай! Подождись! Сказал Ранди. Отец проводит дни в медовых залах, а ночью спит на голых досках. Именно. Поищем в залах. Есть один поблизости. Немало горемык в нем заливают горечь. Что ж, посмотрим там. Идти с пустыми руками? У нас и подарка нет. На что крысам подарки? Разве что понюхать и лизнуть. Смотрю, ты весел, брат. Осмотрись вокруг. Где-то в этом доме? Этот бедняга здесь всегда. От рассвета до заката просто сидит и смотрит в свой рог. Лучше уйти, только глянь. Отец. Сигурд. Мой сын и Эйвор. Слава Одину! Дайте мне на вас посмотреть! Нет, лучше не подходи. Во имя Тюра, что случилось? Какое страшное увечье. Как ты? Лучше, чем кажется, уверяю. За это стоит выпить. Ваш путь был долог, а здесь холодно. Хмель согреет вам кровь. Мы пришли сюда не веселиться, а взглянуть на жалкие останки былого величия. А потом развязать войну против Харальда и захватить власть? Это ваша цель? Разорение и гибель? Что за вздор ты несешь? К чему мне воевать за это промерзшее болото? Что за вопрос? Однажды вы уже обокрали меня. Значит, сделаете это снова. Но ведь не я. Мы остались ни с чем, когда ты отдал власть Харальду. И взяли то, что наше по праву. Я вернулся сюда лишь с одной целью – попрощаться и поблагодарить за то, что подвел меня. Подвел? Как отец, как конунг, как человек. Без этого я не открыл бы свою истинную суть. Ты говоришь «подвел», но клятва Харальду была единственным разумным выходом из положения. И что же ты делал все это время? Топил горе во хмелю и сожалел о несбывшемся? Я пытался добиться мира на нашей земле и призывал всех объединиться. Говорят, ты спишь на полу рядом с Харальдом и ждешь приказов. И разеваешь рот, чтобы он мог справить нужду. Ты смеешься, хотя я служу великому человеку. Тех, кто служит тебе, ты также презираешь? Ты жалкий червяк! Сигурд, мы не за этим пришли. Разве? Подумай. Я все решил. А ты, Эйвор? Я желаю тебе обрести покой, раз ты нашел новый путь. Я его не нашел, Эйвор. Я его выбрал. Ведь любой другой путь привел бы лишь к распрям, смертям и горю. Твой отец понял бы меня.
Он погиб ради мирного пути и спас семью ценою своего доброго имени. Нет. Мой отец, он был... Он любил тебя. Вот и все. Речи трусов. С меня хватит. Сигурд, с тех пор, как ты родился, я хотел лишь одного. Верить и власть, и земли, и наш народ тебе. Но со временем все меняется. Постепенно я осознал правду и ее неизбежность. Из тех, кто противостоял Харальду, остались только мы. Война с ним погубила бы нас. Откуда ты знаешь? Мы могли дать отпор. Могли, да. И потеряли бы бесчетные жизни, лишь во имя своей гордости. Правды мы не узнаем. Ты слишком сильно боялся, чтобы рискнуть. Присмотри за ним, Эйвор. И если получится, уведи прочь от края пропасти. Он ведь мой брат, а не пес. Береги себя и с честью служи королю. Наконец-то это закончилось. Слава богам. Теперь нам пора в путь. К новым берегам. К моей цели. К моей судьбе. К концу моего пути. В этом мире я последую за тобой куда хочешь. Но дальше, за его пределы, могу передумать. Вряд ли передумаешь, Эйвор. Думаю, тебе понравится то, что я покажу. Все думаешь об отце? Вовсе нет. Размышляю о своих видениях. Они так похожи на явь, словно это воспоминания. Расскажи мне, что ты видел? В самом первом была большая дверь во льдах. К северу от Хордафюльки. Арка над дверью была увенчана камнем Сак. Видения становились четче. Дверь открылась, и я увидел древо жизни Игдрасиль, золотые поля Вальгала и лики наших богов, что звали меня другом, братом, воином. Я был среди них как дома, ощущал их любовь. Тебе стоит знать, ты не одинок. И мне были видения. Правда? И что же ты видел? Трудно описать. В них был Один, но он вел меня во мрак. И Норны, что придут нити судьбы из омутов крови. А еще ужасный волк Фенрир, ветви мирового древа и человек с... Продолжай. Валка предупреждала о предательстве, но как это случится, я не знаю. Ясно. Я не нарушаю клятв, ты же знаешь. Я не способен на предательство. Конечно, нет. Ты надежен, точно каменный столб. Нам пора. Моя судьба ждет. А почему только твоя сила? Давай, Эвер, залезу. Верма, прютайма! Эти прыги. Пожалуйста. Спасибо. Вперед! Так, как нам туда плыть? Просто направо. Понятно. Парус поднять! Начали Эгера благоволят. Да, в этих водах я ощущаю великий покой. Этот конунг Альвов Альфред. Он далеко отступил? Он сломлен? Готов сдаться? Войско Гутрума преследует Альфреда в Уэссексе. Если повезет, сбросит его в море. Странно, я словно бы далек от этой суеты. Но мы столько сделали в Англии. И сделаем еще больше. Христиане стойкие враги. По их вере, над ними есть тот, кто держит топор. Тот, кто выше всех нас.
Это дает им силу. У нас свой топор, и он весьма тяжел. Да, женщина, Фулки. С ней я познал много боли и столько повидал. Столько удивительного, что я почти что рад ее предательству. Тому, что она с тобой сделала, нет оправданий. Но с каждым ударом плеть, с каждым шрамом, после потери руки, мне являлись видения. Если ты видишь в этом пользу, пусть так. Но Фулки все равно была безумна. Даже безумцы по-своему мудры. Их Иисус был странный малый. Теперь его любит уже полмира. А нам никто не верил, когда мы были юны и лелеяли дерзкие замыслы в медовых залах. Даже отец не верил. Узнаю у своего Сигурда. Может, вернемся в Англию и вместе завершим начатое? Нет, забудь об этом. Будущее впереди. Нас ждет богатство. Я буду с тобой, брат. До конца. Впереди белая ярость. Продолжаем путь. Ты знаешь куда? Знаю, не сомневайся. Мы пройдем сквозь полотно зимы, как меч сквозь соломенную крышу. Утонуть в безвестном фьорде, что за бесславная гибель? Ха, вот уж точно. Да, не хотелось бы. Да где-то здесь надо пришвартоваться, ну? Спускай парус! Да, мне это знакомо! Эйвор! Пойдем со мной! Остальные ждите здесь! Куда мы идем, Сигурд? Сигурд, а нельзя немного подождать? А, эти ледяные жала! Наслаждайся, Эйвор! Мы идем по пути богов! Куда? К новым льдам и снежным пустыням? К славе! Разве нельзя было переждать эту бурю? На корабле, где нас согрели бы мед и пища? Нет! Это знамение! Следует чтить богов! Они не придут к нам сами! Мы должны идти к ним! Им будет от нас мало пользы, если мы промерзнем до костей! Не бойся холода, Эйвор! Там, куда мы идем, нет ветра и снега! Будем в это верить. Это снег, честно говоря, уже немножко надоел. Как холодно. Как в самом Нифльхейме. Держись! Осталось недолго. Идем потихоньку. Надеюсь, я уже пальцев не чувствую.
Замерзшее озеро. Мы у цели. И пещера впереди. Куда же ведет этот путь? Скоро ты все увидишь. И повернуть назад будет поздно. Там пещера, а в ней священные врата. Посмотрим, насколько они священные. Не заподняли это случайно? Похоже, лед хрупкий. Расчистишь? Сердце. Это здесь. Боги. Ну и дверь. Ты уже видел все это? Там, наверху. На этом месте был камень-сак, верно? Да. Давным-давно. Не подходи. Цхвахой ногват. Уншмембру трурвондик ворде. Уншоу лас враз. Хнока диде. Ун сумху хас рейздерай хас цаумси. Как ты это сделал? Откуда узнал слова? Я же говорил. Я видел свое прошлое. То, что пережил сам. Идем. Боги. Что за место? Ну и место реально. Его построили Исо, которых мы встречали в Assassin's Creed Odyssey, наверное. Сюда! Этот путь поведет нас дальше. Лифт. Сигурд, я не знаю, что сказать. Все это так странно. Просто верь, Эйвор. Это место священно. А что там дальше? Дальше чертог павших и золотые поля. И Вальгалла. Устройство. Его создали дверги? Работа прекрасная, это точно. Не думаю, что Гуннар смог бы повторить ее. Эта пещера так глубока и полна магии. Смотри, древо! Древо жизни! Что это? Как оно великолепно! Как прекрасен его свет! Вот откуда тянутся все корни жизни! Каждый скальд мечтает увидеть такое. Это еще не все. Клянусь всеми именами Всеотца, это лишь малая часть того, что я могу показать. В видениях я шел дальше, в чертог Одина. Веди в таком случае, Сигурд. Там. Ты чувствуешь? Священная сила. Я никогда такого не видел. Это наше место. Оно откроется нам. Ты сам увидишь. Откуда ты знаешь? Это было в видениях? Не только это. Да, след, конечно, оно завораживает. Это Свала? Мать Валки? Как она здесь оказалась?
это здесь. Да, я начинаю вспоминать. Святилище можно пробудить с помощью сферы. Эти сияющие ветви. Они откроют нам дверь в убежище богов. В Вальгаллу. Ты готов? Что там, на той стороне? Куда мы идем? Встань вон туда, в центр. И ты все увидишь. Странно как-то это. Ну ладно. Сигурд! Дающим привет. Гость появился. Что это за место? Уютненько здесь. Похоже на дом. Это ты! Эйдрен, здравствуй! Победил. Привет всем! Веди нас к славе, Хави! Мы пойдем за тобой, Хави! Смочи мне губы рогом, полным меда, брат! Бьем за силы! Бьемся за славу! Эйвер, Тюр сказал, ты придешь. Здравствуй. Ты же мать Валки, верно? Свала. У тебя острый глаз, брат Волка. Наконец-то, Эйвер, мы добрались. Поднимем же рок вместе с Фрейей и споем песнь победы. Сигурд, что произошло? У тебя снова две руки, и ты полон сил. Вечная слава, Эйвор. Мы будем пировать в чертоге павших. Наконец-то. О, великая радость. Это... Все это так прекрасно. Твои видения. Ты был прав. Рок зовет в битву! Идем, Тюр! Пора в бой! Вместе с нами! Иди, Эйвор, потешь сердце. Ты заслужил место здесь. Пиши... Ничего себе. Невероятно! Эйвор! Сюда! Куда? Что такое, Сигурд? Сигурд, это невероятно! Хватит биться с мухами! Сразись со мной! Мы не бились прежде! И не сдерживай себя! Здесь нам нечего бояться! Пролей вечную кровь, Вальгаллы! Наконец-то! Против меня выйдет настоящий...
троллей хвост! Сегодня тебя ждет пир! Ты... Разрублю! Брат! Не бойся, Эйвор! Здесь получают не шрамы, а мудрость битвы. На сегодня все. Что это было? Видение или что это? Все то же самое вроде, нет? Все вроде абсолютно так же. Веди нас к славе, Хави! Мы пойдем за тобой, Хави! Смочи мне губы рогом, полным меда, брат! Бьем все силы! Бьем все за славу! Вчерашний минул день, а завтра не... Сигурд, твоя рука отросла. Она и не исчезала. Не на самом деле. Здесь все приходящее, Эйвор. Все, кроме отваги и чести воинов Вальгаллы. Неужели мы здесь бессмертны? Давай-ка проверим это. Новый день. Побежали. Прикольно, что не ложатся от одного тычка. Умри, Чарльз! Но как-то очень странно. Оттяпано начисто. Ты снова лишился руки. И снова обрету ее. Отец, это ты? Это не мог быть мой отец. Но это был он, вроде как. Хави идет, чтобы вести нас к победе. Скай! Скай! Возьми рог и осуши в честь битвы. Нравится ли тебе здесь мой скальд? Мой певец кровавой битвы? Это... невероятное место. Осуши же рог, Эйвор. В чем дело? Мой отец, Варин. Ты видела его здесь? Нет. А должен ли он быть здесь? Нет, он погиб как трус. Но я его видел, клянусь Одином. Оставь все заботы. Ты ведь в Вальгалле. Мы заслужили покой и радость. Наш путь завершен. Что-то я в этом сомневаюсь. Ты был здесь, отец. Где же ты? Покажись. Веди нас к славе, Хави. Мы пойдем за тобой, Хави. Не проходил ли здесь... Варин. Кто? Варин. Мой отец. Варин? Отец! Почему он убегает? Мы побежали. Нет. Где же он?
достали. Сигурд опять сидит. Еще раз потеряю руку, забью ей кого-нибудь. Тебе это не надоело? Вовсе нет. Постой. Отец. Это вроде прям его отец был, нет? Эйвор, к тебе гости. Надо было постучать. Глупости! Я кое-кого привел. Вот. Эйвор, это ты. Тебе удалось стать великим воином. Как же я горжусь тобой. Как ты здесь оказался? Ты ведь помнишь нашу битву? Помнишь, как мы сражались бок о бок? Твоя мать и ты, и Сигурд, и оба наших клана. Мы сражались, а ты нет. Ты погиб как трус. Эйвор, радуйся. Твой отец вернулся. Где же твоя любовь к жизни? Это был не мой отец. Это обман. Не обман, а мой подарок тебе. У меня есть сила. Я могу делать, что хочу. Тебе хотелось увидеть отца, я помог тебе. Это было так просто. По законам Одина, отца здесь быть не должно. А значит, и видеть мне его незачем. Твой отец погиб, надеясь спасти тебя. Он защищал тебя. И свой клан. Нет. Он... Мы дошли до конца пути, Эйвор. Это золотые поля Вальгаллы. Идем. Битва зовет. Да. Как все это возможно? Сюда приносят павших. Это ведомо лишь валькириям? Нет, нет, не могу поверить. Здесь все не так. Не отчаивайся, Эйвор. Смотри, вокруг друзья. Все, чего можно пожелать перед тобою. Нет, это обман. Здесь все обман. Это место может стать, чем пожелаешь, Эйвор. Я не хочу, только не так. Предпочтешь обречь себя на пустую смерть? Весь здешний восторг — обычный морок. Лучше каркать, как ворон, чем петь фальшиво. Морок или нет, но здесь нет смерти, боли, потерь, предательства, как есть там, в мире. А ты хочешь? Хочешь жить во лжи?
Она не жива. Я старуха, и тело мое разбито. Мои дни были сочтены. Так что я попрощалась с Валкой и пришла сюда. Я понимаю, Свала. Но это не для меня. Поищу Сигурда. Где он может быть, этот Сигурд? Сигурд опять там. Рука! Рука! Снова это рука! Сигурд, это наваждение. Обман. Давай уйдем и вернемся в Англию. Наши люди ждут. Нет, в том мире я никто. А здесь все иначе. Я наделен силой Бога. Здесь я могу жить вечно, и меня не ждет смерть. Смерть ждет всех. Скот, людей и тебя. Лишь доброе имя того, кто умер, остается жить вечно. Здесь ты его себе не заслужишь. А там еще не поздно. Каждый день бессмысленные битвы и пустые победы. Кровь со вкусом воды и запахом травы. Ты видел подлинные битвы и славу. Но здесь все ложь. И ты это знаешь. Брат... Нам пора уходить. Мне суждено повсюду следовать за тобой. До конца моих дней? Ладно. Пойдем. Нет, останьтесь. Я запрещаю вам уходить. Что произошло? Зачем уходить? Ты разве не жаждал славы? Побеседуем. Это честь говорить с тобой, Эйвор. Твое имя — песня, которую воины будут петь вечно. Может быть. Ты брат Волка. Даже на пороге смерти ты не желал сдаваться. Ты обогрел целые страны вином воронов. Одних королей и короновал других по своей воле. Ну и такое было. Ты твердо стоял на ногах и помогал брату, когда он оступался. Мало великих пало от твоей руки. Ты заслужил награду, Эйвор. Так бери.
дороги. Мои люди ждут. Я дал тебе все, чего ты хотел. Все, что тебе нужно. Не ты мне это дал. Я взял сам. Я расчищал тебе путь, направлял твой топор. Ты как муха жужжал над духом. Не смей отвергать меня. Все, во что ты верил, прямо перед тобой. Но ты сомневаешься, даже в воле богов. Сражайся, не запятнай свою честь. Твой чердак мертвых всего лишь сон. Всего лишь сон? Но сны — это тоже часть действительности. Они вдохновляют. Они внушают нам страх. Они толкают нас к самым вершинам славы. Что ж, мне пора проснуться. Больно. Может, пальцы не сломать? Давайте уберем топор. Я не хочу с ним сражаться больше. Возьми свой топор! Thank you.
кажется, и вправду надо было убрать топор. Это мы так увидели уже. Сигурд, где ты? Ты со мной? Сигурд! А, повешенный очнулся. И снова стоит на земле. Эйвар, осторожно! Басим, что это значит? Подойди, Эйвар. Дай мне на тебя посмотреть. Оставь его, Басим! Я слишком долго смотрел на солнце, а слеп и не смог увидеть, что это ты. Это ты был мне нужен. Ты следил за нами? Прятался в кустах, точно трусливый лис? Это ты обездолил мою судьбу. Лишил меня надежд. Он безумен. Пусть замолчит. Ну же, Эйвор, спасай своего подбитого вороненка. Что это все значит, Басим? Ты че? Ты ранен? Не волнуйся. Иди, убей его. Ты будешь страдать. Но почему? Мой сын, Эйвор. Помнишь моего сына? Что за вздор, Басим? В смысле твоего сына? Будет прощения! Мы столько пережили вместе. Столько битв в Англии. Глубже, Эйвор. Загляни в глубины своей памяти. Да что ж вы все убегаете от меня? Где он ходит? Я не хочу сражаться с тобой. Да что к чему все это? Поговорим. Сколько веков я ждал этого мгновения? Хватит болтать! Я жажду твоей крови. Да я хотел попал. Басим, успокойся. Покажи шею. Ну же. Моя награда досталась волку! Конечно! Восстань! Мой сын страдал не напрасно! Ты говоришь вздор, так словно ты пьян! Какой твой сын? Я не могу его атаковать. Если ты все решил, пусть будет так. Вернулся. Ты этого хотел? Ты умрешь в муках! Thank you.
тобой интереснее. Пусть Сигурд присоединится. Стой. Трус, вернись! Сразись со мной! Ничего не понимаю, что происходит. Осторожнее, Сигурд! Как же далеко он нас видит? Сигурд, берегись! Он приближается! Клятва, преступник! Умри! Мне это не по душе, справедливый. Ты добр, но плохо выбираешь союзников. Я твоя награда, Басим. Давай. Это точно. Когда ж ты умрешь? Не здесь. И не сейчас. Я оставлю тебя здесь умирать. Как ну, давай. На гниющем древе. Ты умрешь во второй раз. Может, его сюда нельзя, нет? Да? Подъем. А тут достаточно интересная механика. Сим замышлял свое предательство. Боюсь гадать. Боги, неужели меня всю жизнь будут преследовать кровожадные предатели? Этому нет конца. Ты хочешь мне что-то сказать? Так скажи. Я... Мне нужно отдохнуть. Давай посидим чуть-чуть. Пойдем. Его ярость и гнев. Они мне знакомы, но не помню откуда. Он был не в себе, Сигурд. Во всем этом нет смысла. Забудь о нем. Я не безумен, Эйвор. То, что я ощущаю, это настоящее. Я знаю, брат. Теперь уж точно. Это всегда было так. Нам пора возвращаться домой. Путь будет долгим, а я ранен. Домой. Эйвор, по пути сюда я много размышлял обо всех радостях и горестях нашей дружбы. Я не вернусь с тобой в Англию.
Теперь это не мой дом. Что ты говоришь? Я знаю о вас, Рандви. О ваших с ней тайных встречах. Надо бы вызвать тебя на поединок. Но я... Я не в состоянии. Я понимаю. Это все. А когда я вернулся домой, ты в очередной раз меня ослушался. Я вынес приговор, а ты его оспорил. Я спорил бы снова. Ты был неправ. Но все это началось еще раньше. Ты обокрал отца. Я тогда спешил отплыть и не остановил тебя. Истинный ярл отказался бы от этой затеи сам. Но ты не смог. Это трудное решение для меня, Эйвор. Ты моя семья. И ты мой Дрэнг. Но дальше нам не по пути. Не покидай меня. Твое место с нами. В Англии. Наш дом. Твой дом. На моем пути было немало грязи, крови и слез. Но мы можем завершить его вместе. Давай вместе достигнем новых вершин славы. С тех пор, как я вернулся из плена, ты был холоден. Но сейчас твои слова лучатся теплом. Что ж, хорошо. Я с тобой. Но только если позволишь тебя наставлять время от времени. Буду этому рад. Тебя что-то тревожит? Однажды, еще до Англии, мне было видение. О том, что я совершу предательство. Что предам тебя. Я не поверил в это. Я бы не сделал ничего подобного. Но за эти годы я отнял у тебя мечты. Об Англии. О Вальгале. Если я провинился перед тобой, брат, я все исправлю. Мы не в силах изменить судьбу, Эйвор. Все решено за нас, с самого рождения. Сетовать на судьбу — это... Как сражаться с океаном. Бессмысленно. Мы два потрепанных ворона. Вместе сложили свою сагу. Ха. Сказание на века. Бека, я выхожу. Аккуратно. Смотрели видеопоток? Что это было? Похоже на решение нашей проблемы. Думаешь о том же, о чем и я? Дезмонд. Дезмонд? Не поняла. До нашей встречи он был барменом. Даже не слишком хорошим. А потом осознал свое предназначение. Он был чем-то вроде... Не знаю, вроде сингулярности. Точки схождения. Словно вся история человечества сошлась на нем. В 2012 году мощная вспышка на Солнце едва не уничтожила жизнь на Земле. Помню. Я тогда работала в Абстерго. Дезмонд с этим справился. Нашел способ нас спасти. Абстерго заявила, что это сделали они с помощью каких-то спутников. Чепуха. Это Дезмонд. Щелкнул выключателем и спас мир. Но оставил включенным. Магнитное поле продолжает усиливаться с каждым днем. Храм, найденный Эйвор. Источник находится там. Именно. И вот уже 8 лет он становится все сильнее. Теперь он опасен. Температура, излучение. Неважно. Нужно все исправить. Отключить его. Нет, нет. Замедлить. Ведь он нас защищает.
Теперь я начинаю понимать. Все, что я сделала, все, чему научилась, все ради этого момента. Тебе понадобится жезл для защиты. Или ты не пройдешь через первые врата? Да, конечно. Ладно. Я готова. Ладно, приготовлю фургон. Свяжусь с кораблем. Он должен быть в Бостонской бухте завтра к вечеру. Спасибо, Бекка. Да, вот поворот, конечно. Почему здесь все такое? Оранжево-коричневое, не знаю. Не хочу ничего включать. Анимус. С ним уже поговорить. Спасибо, что помогаешь мне. Ты пользуешься им лучше всех, кого я знаю. Так уж и лучше всех. Ну, почти. Будь осторожна. И береги себя. Спасибо, Бекка. Что здесь у нас? Интересная информация. Что нам можно еще поговорить? Готово. До Бостона путь не близкий. Запрыгивай. Шон, я здесь. Ты внутри? А, хорошо. Сигнал уже немного нестабилен. Еще нет, но надо мной сотня футов льда. Ладно. Как пройдешь дальше, связь может пропасть, так что не забудь, о чем мы говорили. Следи за датчиками, особенно за излучением, и помни про жезл. Ясно. До связи. Зауахоэн накуат, унзме буртуруан дикварде, ул солос враз хунакудиде, унзумхураз бездерехаз зоумси. Какой сложный язык. Я внутри. Я помню. Лифт еще работает. А, 75 тысяч лет. Век другой, погоды не сделают. Температура растет. Да, по нашим прикидкам она должна подняться на 16 градусов. Откуда столько энергии? Наша догадка – тектоника. Движение земной коры и бурлящие лавы под ней. Мощный источник энергии. Вот бы людям такое. Я про энергию, не про частицы Эдема. Ну, когда все это закончится, можем замутить торта. Прикинь, маленький отец, погонки, только мы втроем. Черт, я тебя не слышу, Шон. Да, повтори еще раз. Тебя плохо слышно. Неважно, поднимусь, позвоню. Посмотри, позвони, когда выберешь ты. Куда-нибудь наверх. Ну ладно. Почему все красно? Конечно, по-прежнему завораживают, но... Вот и ты. Трудишься сверхурочно? Тихо. Вам туда падать еще нельзя.
упала, когда растаял лед? Так. Будем пробраться вот она. Вода. Растаявший лед. Смотри вниз. Ну, а мы посмотрим. Ух ты, ты, я понял. Я спрыгнул зря, вот в чем прикол. Придет в голову закончить жизнь тут. Ну, если не знать, что это начало. Васи, спустя 1000 лет выглядишь ты не очень. Так же, как в Анимусе. Так же, как в Анимусе. Легала Эйвор. Или ее симуляция. Так что я ищу? И узнаю ли это? Она сломана. Ну ладно. Что-то не так. Что это? Это все вы? Вы нагружаете механизм до предела. Мы не умрем. И все придем. Хозяину во благо. И кто ваш хозяин? Он здесь? Они мне льстят. Я лишь гость в их мире. Сплетение желаний и надежд. Басим, ты отправил послание. Привел нас к могиле Эйвор. Да.
Вас оно обнадежило, правда? Но как? Ты здесь уже 1000 лет. Тебя заперла тут Эйвор. Это так. Но я здесь отнюдь не один. Не всегда. Мне помогает друг. И мы вместе сидим над расчетами. Вычислив место, где покоится Эйвор, я связался с вами. И привел сюда, поймав цифровой сетью, оплетающей землю. В наши дни так был объединен весь мир. Единый суперорганизм технологий. Жезл, что ты носишь, храмы, где ты была. Все это говорит об одном. Позволь показать тебе. Я подозреваю, что тут тебе можно все. Не так много, как кажется. Я привязан к этому телу самым неприятным образом. Но ты можешь замедлить машину. Ты знаешь, как она работает. Да. Мы сделаем это вместе, и грядет новая катастрофа. Корректировки в этом временном узле всегда ужасны. Попробуй. Тебе трудно верить. Думаю, ты сам знаешь. Можешь не верить. Но больше мне нечего предложить. Черт возьми. Верденди, Скульд, успокойтесь. Теперь вас ждет покой. И это... Ну все? Готово? Басим! Где ты? Что это? Что это за дерево появилось? Стоп! Стереть все. По новой. Лейла, здравствуй. Ты меня знаешь? Да. Я изучил расчеты. Здесь, в сером. 8 лет назад шансы твоего появления были 15 триллионов, 55 миллионов, 3276 к одному. Годы шли. Шансы росли. Вчера они уравнялись. Рад наконец-то встретиться. Кто ты? И что это? Я тот, кто изучает расчеты. Варианты будущего для тебя и этого мира. Большую часть своей новой жизни я анализировал их, искал способ закончить то, что мы начали. Начало здесь. Ты замедляешь механизм и спасаешь мир. Дальше варианты будущего. Миллионы миллионов возможных путей. Но все они ведут к еще одной катастрофе. Узел разрушается, мир исчезает, человечество перестает существовать. Я должен искать дальше. Должен найти решение. Должен что-то дать тебе. Этот узел? Момент, когда я замедлила механизм? Да. Я начинаю свои расчеты из этой точки. В ней я уверен. Но это ограничивает. В смысле? Что если вернуться в 2012-й, когда Дезмонд спас мир? Дезмонд? Что если он не спасет мир? Что если он оставит его погибать? Посмотри на эти варианты. Изучи их. А, да. Интересная идея. Невероятно. Миллиарды и миллиарды новых вероятностей. Именно. Прошлое которого не было, но могло бы быть. Если бы Дезмонд позволил уничтожить мир, возможно, те, кто выжил, вынесли бы урок из этой катастрофы. И, возможно, в одной из временных линий они нашли бы способ сделать так, чтобы это не повторилось. Это гениально. Как ты пришла к этой идее? Если слишком долго сужать границы возможного, можно забыть о том, что есть еще и невозможное.
Спасибо тебе, Лейла. Это только начало. Нам нужно проверить кучу данных. Ты остаешься. Да, пока не найдем что-нибудь полезное. Не хочу, чтобы это повторилось. У тебя мало времени, Лейла. Механизм отключен, но радиация останется на десятки лет. По моим подсчетам, у тебя есть 73 секунды, потом тебя не спасти. Я не боюсь. У меня жезл Эдема. Он исцелит и защитит. Нет. Нету. Что? Как? Ну, конечно. Ну, конечно. Черт. Ладно. Вместе мы найдем решение. Сколько бы это ни отняло. Если это значит, что мне не уйти, а к тому и быть. Ради тех, кому я сделала больно. И тех, кого люблю. Да. Я тебя понимаю. Ну что, продолжим? 10 миллиардов вариантов — это долго. Да. Но это не будет в тягость. Преимущество этого места. Что-то все как-то печально. Басим нас опять убил. Вокруг пальца. Лишь мы. А Лейла? Наследница памяти сыграла свою роль. А теперь нас ждет новый мир. Шон, Бека. Я... У меня был выбор. И я выбрала остаться. Вы захотите знать, где я. И существую ли вообще. Не знаю, что ответить. Но я не боюсь. И я не одна. У нас есть работа. На нее могут уйти дни или годы. Предсказать невозможно. Но мы ее закончим. К чему я это? Не надо меня искать. Слишком опасно и... Слишком поздно. Береги себя. Тебя и мир, который у нас есть. И берегите. Видите, она в порядке. В каком-то смысле. В некотором роде? Господи, надо ее найти. Вы не слушали? Ее не нужно спасать. Херня. В любом случае, спасать там нечего. После стольких лет. А виноват ты. Ты бросил ее там. Это немного слишком, правда? Я сам в том же положении. Нет, нет. Даже не сравнивай. Мы теперь ассасины? Не незримые? От арабского хашишия. Если у нас наставник, этот обычай сохранился? Да. Имя? Уильям Майлз. Уильям Майлз. Я хочу встретиться с ним. Приведите его сюда.
Можно позвонить. Хоть сейчас, линия безопасна. Без технологий. Лицом к лицу. Встреча умов. Пора бросить вызов этим тамплиерам, как вы их зовете. Я никуда не денусь, друзья. Ваш анимус в надежных руках. Ты знаешь о нем? Детка, мы изобрели такие вещи за много лет до вас. Я разберусь. Славное местечко, Эйвор. Не все могут выбрать место смерти. Победа была твоя. Не знаю, как так вышло. И все же я жив, а ты нет. И я могу взять все, что захочу. Твои воспоминания, твои навыки, твои тайны. Они все мои. И используя их... по назначению. Найду своих детей и вновь соберу свою семью. Немножко непонятно. Какие детей? Привет, дружочек. Кролик. Ладно, пойдемте в анимус. Просачивание должно начаться быстро. Всего пара дней. Что ж, начали. Держись, Эйвор. Сигурд. Туве. Вы дома. Дома, конечно. А где нам? Видно, мы пропустили пир. Эйвор. Присядь. Отдохни. Сигурд. Прошу. Слава богам!
Вы вернулись. Целы и так же сильны. И вы смогли найти то, что искали? Да, мы смогли. Но то не наша судьба. Ты чего? Я... Эйвор вернулся! Идите все сюда! Ну! Похоже, тебе не спрятаться. Эйвор? Рандви? В чем дело? Что-то произошло? Наш ярл вернулся, чтобы вести нас навстречу неизвестности. Поговоришь с людьми? В час радости льется песня. И пусть сердца наши вторят ей. Когда... Нет. Вы мне нужнее, чем я вам. И я прошу вас лишь одно. Требуйте от меня лишь честности. Внемлите залы королей. Помчится песнь конем морей. Поэтов мед я в чашу лью. Хвалу и честь тебе пою. Вся жизнь война за часом, час, пока не гремит подле нас. Рок запоет и вспомнит зал. Кто в битву шел, кто в битве пал. Рок запоет и вспомнит зал. Кто в битву шел, кто в битве пал. Кто в битву шел, кто в битве пал. Thank you.